гостей киноцентра встретил танцевально-спортивный клуб «Сити Джаз» «Танцем Африка», после чего все отправились на показ документального фильма. Директор киноцентра на Красной площади Татьяна Трошевич рассказала представителям СМИ о планах, идеях и мечтах на будущий год. У нас в киноцентре есть мечта. Мы хотим создать свой киноклуб. Я думаю, в этом году у нас будет для этого и время, и возможности такие, чтобы не только свое навязывать зрителям, но и чтобы знать какую-то потребность. Дипломом в номинации «Лучший блогер» наградили самого активного обозревателя кино в Анапе Сергея Левина. Сергей пишет статьи о фильмах на порталах yuga.ru и Анапа.инфо, ведет микроблоги в соцсетях. Неделя кино в IMAX порадует гостей развлекательными программами, тематическими фотосессиями. Маленьких зрителей ждут шоу мыльных пузырей и сладкие угощения. Всех желающих приглашают на предпремьерный показ фильма «Дракула» в формате IMAX, который состоится 8 октября в 19:00.